Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам видеоурок по вязанию вот такого вот объемного зигзагообразного узора. Он у нас двухсторонний, с обоих сторон выглядит одинаково. Раппорт этого узора у нас составляет 6 петель плюс 4 петли для симметрии узора. Для образца я буду набирать 28 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Набрала я 28 петель. Вяжу дополнительные 3 петли подъема и вяжу ряд патентными столбиками с одним накидом, то есть провязываем их следующим образом. Делаем накид, вводим крючок в петлю, вытаскиваем нить, образовавшуюся петельку мы провязываем отдельно, потом провязываем петлю и накид и провязываем 2 петли, которые у нас образовались на крючке. Еще раз показываю, вводим крючок в петлю, вытаскиваем петелечку, провязываем ее. Теперь мы провязываем петлю и накид, и далее 2 петли вместе. Вот таким образом мы провязываем первый ряд. Провязала я первый ряд. Разворачиваю вязание. Вяжу 3 воздушные петли подъема. Далее я вяжу 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петля. 1 петлю в основание пропускаем. И дальше вяжу 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. 1 воздушная петля и 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля.
И снова 5 столбиков с одним накидом. Три. Четыре. Пять на воздушную петлю. Петлю основания мы пропускаем. И заключительные 5 столбиков с одним накидом. Вот таким образом у нас выглядит второй ряд. Третий ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Вяжем 6 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре. Пятый столбик вяжем под петлю воздушную. Под эту вот ячеечку и шестую вяжем в первый столбик следующей группы из столбика с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим вот в это отверстие и вытаскиваем 5 длинных петель. 2, 3, 4, 5. Провязываем их все вместе, затягиваем, вяжем одну воздушную петлю. Дальше продолжаем вязание в третий столбик. Раз, два, три. Вот сюда мы вяжем первый столбик с одним накидом. Всего их надо провязать 5. Второй. Третий, четвертый под воздушную петлю, пятый столбик в первый столбик из следующих, из группы следующей, которая состоит из 5 столбиков. Делаем накид и вытаскиваем пышный столбик. 2, 3, 4, 5. Накидываем нить на крючок и провязываем все петли вместе. Одна воздушная петля. Считаем 1, 2, 3. Третий столбик начинаем вязание. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Четвертый столбик у нас приходится под воздушную петлю. 4 и 5. Снова накид на крючок. И снова вяжем пышный столбик. 1, 2, 3,
4, 5. Накидываем нить на крючок и провязываем все это одной петлей. Вяжем воздушную петлю и снова вяжем 5 столбиков с одним накидом, начиная вязать вязание в третью петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид на крючок и вяжем последний пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем одной петлей, вяжем воздушную петлю, и в конце ряда нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом. Начинаем вязание в первый столбик. Вяжем вот отсюда 5 столбиков с одним накидом. Четвертый и заключительный 5 столбик. Вот так у нас выглядит третий ряд. Четвертый ряд мы начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема. Раз, два, три. Дальше нам надо провязать 6 столбиков с одним накидом. 6 столбиков мы вяжем только в начале ряда и в конце ряда. 1, 2, 3, 4, 5 столбик у нас приходится под воздушную петлю, 5 и 6 мы вяжем вершину пышного столбика. 6. Делаем накид на крючок и вяжем пышный столбик. 2, 3, 4, 5. Провязываем одной петлей. Вяжем одну воздушную петлю. Дальше начинаем вязание в третий столбик. Раз, два, в третий начинаем вязание. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый связала, второй. Третий. Четвертый. И 5 вяжем вершину пышного столбика. Дальше вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем одной петлей, вяжем воздушную петлю и начинаем вязание в третий столбик. Раз, два, в третий начинаем вязание. Снова вяжем 5 столбиков с одним накидом.
два, три, четыре, пятый приходится на вершину пышного столбика. Вяжем пышный столбик. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем одной петлей, вяжем воздушную петлю и в третий столбик начинаем вязать столбики с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. Делаем накид на крючок и вяжем пышный столбик. Один, два, три, четыре, пять. Провязываем одной петлей, вяжем воздушную петлю. Здесь я пропускаем 1-2, в третий столбик вяжем, начинаем вязание, вяжем столбик без накида, и до конца ряда у нас получается 5 столбиков с одним накидом. Вот так выглядит у нас четвертый ряд. Вязание двухстороннее, с этой стороны выглядит он вот так вот. Ну, хочу сказать, что высоту у нас вяжется третий и четвертый ряд. То есть пятый ряд мы начнем вязать, мы начнем повторять третий ряд. На этом я хочу закончить свой видеоурок. Благодарю всех за внимание. Жду вас снова на моем канале. До свидания.